Саженцы штокрозы розы мальвы, розовый пленифлора бланк довольно быстро образуют прямостоящие крепкие стебли. Высаживают их сразу на постоянное место, так как растение не любит пересадку. Пленифлор бланк называют розовый шток розой, хотя ее крупные цветки имеют почти белоснежный цвет с легким розоватым отливом. Все лето длинные стебли покрывают эти прекрасные полумахровые соцветия, поэтому их удачно используют для создания эффектных садовых композиций с разными уровнями, где шток розы занимает дальний план. Может выращиваться и в большом контейнере, достаточно долго стоит в срезке. Шток роза мальва, розовая пленифлора бланк – это многолетнее растение высотой 80 см. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания розы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает шток роза мальва, розовая пленифлора бланк в месяц июнь-август. А второй раз может цвести в месяц сентябрь-октябрь. Цветок окрашен в белый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.